Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что же, у нас закончился турнир. Время на моих часах 10 вечера, потому что я проснулся только час назад. В принципе, я так и думал, что будет. Ну что ж, забираем, ребята. Лига мастеров 3 звезды. Так, награды эти. Эйприл там выпало, 75 осколков. Вот, самое главное, 75 осколков получил. Остальное меня не интересует. И, друзья мои, естественно, начинаем с турнирки. Но ты понимаешь прекрасно, как и я сам, что Лига мастеров нам не светит в любом случае. Но это не говорит о том, что мы должны с тобой сегодня эту заходку, как говорится, пропустить. Мы не имеем права. Я не имею права, потому что если мы здесь с тобой не сделаем все как надо, то будет очень плохо для нас в дальнейшем. Как ты понимаешь, баксов нету, я откаты уже не смогу приобрести. Поэтому мне нужно за вот эту вот неделю попробовать пройти ровненько, без применения откатов. Ну, то есть идти и играть в нее каждый день. Да, можно не на съемку, можно за кадром, но надо копить баксы. Ребят, их вообще нету. Ну что с игрой опять зависло, блин. Как всегда, на самом интересном месте, да? Так, ну, давай, может быть, попробуем 11-12 найти. Вряд ли, да? Ах, вряд ли мы с тобой найдем здесь 11-12. Ладно, фиг с ним. Вот, ребята, уже сразу же один поединок. Да иди ты, один поединок уже сразу автоматически повторяется. Почему? Правильно. Должно быть 11-12, а у нас с тобой не поменялось ни шиша. Ладно, справились. Кстати, я насчет, ребята, не уверен, то, что если мои бойцы здесь играют на автобое, я получаю меньше кубков. Но это полный бред. Ну, как по мне. Я не вижу никакой разницы, что я буду сам, что будут они за меня. Абсолютно никакой разницы нету. Ну, сейчас-то дадите мне 11-12. Ну, вот. Ну, уже минус один бой. Так, в принципе, что я, куда я спешу, ребят? Даже если хоть мы с тобой шли бы ровно, все равно бы ничего не получилось. Ну, тут просто, ребят, по приори. Если ты даже в самом начале, вот прям вот когда только началась неделя, да, откат идет, начинаешь играть, тебе не хватает 2-3 поединка, ну, как минимум, чтобы получить Лигу мастеров, то, извини меня, спустя 8 часов... шансов, естественно, мало. Мы вот сейчас с тобой третий бой отыграли и только лишь на воин 3 звезды попали. Только лишь попали на воин 3 звезды. Так что Лиги мастеров не будет. Будет Лига сёгунов. В лучшем случае, ребята, может быть 2 звезды. Может быть. И то под огромнейшим вопросом. Ну, в принципе, для меня и этого будет достаточно. Завтра все равно зайдешь в игру, ты будешь находиться где правильно? В Лиге самураев. Это в лучшем, опять же, случае. И хорошо, если ты останешься в двух звездочках, а не в одной звезде. Так, ну что, вот мы уже и на элите. 58-я позиция. Так, нам дают 12-14. Мы с тобой выбираем. Раз, два. Это у нас какой? Это уже... четвертый или пятый поединок. На пятом поединке, по идее, должны нам, ребята, уже дать пятерых бойцов. Такс. Наваливаем. Наваливаем. Блин, да что ж вы такие? 56 уровень не может завалить 28-х. Ну, я в шоке. Я в шоке, вот, серьезно говорю. Мы в два раза превышаем этих... вражеских бойцов. И мы их разобрать не можем. Так что делай выводы. Так, 13-15 я беру. Да, ребята, вот и 5 бойцов у нас. Фул, как говорится, команда. Ну, сейчас должны давать уже нормально награды, нормально продвижение. Так, сегодня что, ребят, планирую за ночь сделать? Это... черепашки поиграть, потом в драконов. Потому что у нас там события будем проходить. Потом, я не знаю, может быть, ребята, поиграю в Yearn to Day Rogue. Может быть. А так планирую на втором канале, ребят, продолжить Остров Лунного Камня.
Мне нужно все-таки победить босса в храме лета и забрать камень. Вот такие у меня планы. Да кто там все СМС-шит мне? Заколебали. Нет, давай мне 13-15. Какие 12-14? Вы же только что мне давали... Вот, 13-15. 12-14 они мне впаривают, прикинь. Раз, два, три, четыре, пять. Так, надо тут уже, наверное, самим разбираться. Что-то они как-то хандрят у меня. Так, вызвали этих. Уберем и вот так. Прекрасно. Оки-доки. По-другому быть не может. Элита 3 звезды. Ну что, ребята, приближаемся к Лиге Самураев. Так, давай-ка мы с тобой. А мне не дадут 13? Там, по-моему, 13-16. Должно быть 14-16, да? Я, конечно, могу ошибаться. Да нет, какой там. Какое там, Рэй, тебе 14-16. Закатай губешки. Так же, как их раскатал. Так. Ну, поехали. Давай начнем с массовых атак. Угу. И бросаем с тобой баллон. Плюс добиваем нунчаками. Превосходно. Идеальная победа. И погнали далее. Перейдем. Да, ребята, Лига Самураев. Уже приятненько на душе сразу стало. И дают 13-16. Противники пока слабенькие. Имеют 36 уровень. 34, 37 даже есть. Ну, я думаю, что для меня это... Для меня это не помеха. Давай сделаем массовую. Так, жги Лео. Ну, половину хп отнял, уже хорошо. Плюс Роквелл. Ай-яй-яй-яй-яй, Роквелл не смог добить. Роквелл у нас добить не сумел. Ну... Он только не уложил Ваньку. В принципе, в остальном все норм. Так, значит, Лига Самураев... Две звезды уже корячатся у нас. Так, 14-17. Берем с тобой. Раз, два, три, четыре. Уже 60 уровень, кстати, мы перешли. Но у меня их мало, поэтому мы быстренько уже перейдем на 70-е. Так. Давай сделаем удар клешней. Ой, ненавижу я вот. Так. Но у нас есть мутагеноид. Вот объясни, зачем я вот это сейчас сделал? Зачем ты сделал... Ё-моё, уклонение. Оно здесь не нужно. Давай, мутагеноид. Ждут тебя все там. Бамс. Не очень эффективно. Этот хиляется. Ну куда ты? Куда ты? Ага. Давай вот так вот сделаем. Призовем Они. Так. И попробую, наверное, уголок кинуть ему. Как бумерангом. Бамс. Пятачину. Таким кулаком. Прикалывает такая радиоактивная жижа в резиновом костюме. Бьет в морду. Бьется об клык у кабана. И вытекает на него. И он начинает плавиться. Хотя, ты знаешь, если он полностью залит мутагеном, он, скорее всего, превратился бы в кого-нибудь. Носорог, кабан сразу же. Я не знаю, там, в кого-нибудь. В какого-нибудь еще суперэволюционированного мутанта, потому что он уже мутант. Это как этот, Рахзар. Он вначале был таким, да? Остроклык. А потом стал вот таким, ребят. Точнее, он сначала был вот таким, ну, пухленьким, вот таким вот, остроклыком, а потом он стал Рахзаром. Он же две мутации же прошел. Две. Так же, как и Шреддер. Он вначале же был просто мутантом,
А потом стал супермутантом, супершреддером. И что-то я как бы смотрю, что вот эта вот супермутация на них сказывалась вообще никаким положительным образом. Наоборот, как-то в минус. Они, может быть, стали мощнее, там, я не знаю, сильнее, но тупее, и я не знаю, как еще назвать. В общем, какая-то такая фигня. Круче она их не делала. Просто угрожающе, устрашающе, но не круче. Так, ну что, самурай 3 звезды? Отлично. Отлично. Так. Не дадите мне случайно? Нет, не дадут. Ну и фиг с вами. У меня все равно, ребята, уже 71. О, уже 80-ники пошли. Сейчас мы их тут вообще будем запинывать. Как говорится, за воротник. Ну что, делаем массовую атаку. Пич пробивной. Так. И ракетами на добивочку. Все, баньки упали. Ну что же, пошуршали дальше. 66-е. Ну смотри, 44 ступеньки, ребята, пролетели. 44 ступеньки. Всего лишь 44 ступеньки. Мало. Бойцов у нас, как ты видишь, тоже становится мало. Не, Лига Мастеров, ребят, вообще даже. Я говорю, Лига Самураев в лучшем случае 2 звезды. Про эти даже можешь забыть. Про Лигу Мастеров. Даже не упоминайте, даже не говорите мне об этом. Не прокатит. И, кстати, когда мы с тобой начинаем с самого начала... ой, Лига Сёгунов, Лига Самураев. Лига Сёгунов, да, 2 звезды будет максимум. И заметь, когда мы с тобой вот начинаем только лишь буст, что по мутагену мы вообще, ребята, очень плохо получаем его. Очень плохо. То есть мы его получаем, но нам дают мало. Мы с тобой за всю проходку, там, я не знаю, наберем, наверное, 1010 максимум мутагена. А когда ты уже начинаешь сразу же играть, например, с Лиги Самураев, да, или с Лиги Сёгунов, вот оттуда уже идет нормальный отчет по мутагену. Я думаю, что ты заметил, да? Что ты проходишь, ты каждый раз можешь практически какого-нибудь персонажа апнуть. Так, 38 место. Ну, по идее, вот сейчас мы с тобой... Раз, два, три, четыре, пять. Ну, сколько тут еще? Получается, 2 поединка. Ну, да, Лига Сёгунов 2 звезды. Оно так и получится. В лучшем случае, если фартанет, может быть, даже чуть-чуть перейдем, как бы на Лигу Сёгунов 3 звезды, но там без зацепа будет где-то позиция 90-е, 90, я не знаю, 89-е, 80-е, это предел. Потому что слишком много нас тут задержали. 95-е. Вот смотри, 95-е. Нужно сейчас отыграть 3 поединка. А у меня команда на 2 боя. Да и то, наверное, неполноценных 2 отряда я соберу здесь. Ну да. Неполноценный отряд будет последний. Да и фиг с ним. Я уже, ребят, заранее знал, что нам ничего не светит сегодня. Я еще вам говорил в прошлой серии, что 100% просплю все на свете. И это... Но я просто не мог, ребят. Я хоть и уснул в 12 дня и проснулся во сколько там? В 8, в 9 часу вечера. Я бы не смог просто досидеть до 2 часов дня, чтобы попасть на откат. Да и к чему? У нас вот это вот, чтобы нам попасть в Лигу Мастеров, это уже, знаешь, это просто моя прихоть. Это не обязанность, это моя прихоть, ребят. Просто приятно попасть сразу же с одной заходки. Ну, как бы. Вот как хорошо получилось, типа, то все 50. А так, мы уже с тобой это неоднократно делали, и какой-то там ценности оно за собой не несет. Просто я говорю тебе, как бы, привилегия такая. Вот хочется мне, хотел свою успокоить.
Так что это не основа. Ну что, ребята, вот мы с вами и закончили с лигой. У нас еще... Да, мы даже в лигу всего на в 3 звезды не попали. Да и фиг с ним. Так, заходим в магазин, забираем с тобой бесплатно пак. Сейчас сделаем ежедневки. 24 тысячи мутагенов. Не хватит, интересно, поднять уровень Донателло видения или не хватит? А, заданий у нас нету. Они не откатили себе, это не успели. Так, ну что ж, давай тогда искать Дони. Навыки. Да, ребят, мы повышаем его до 86 уровня. Ну, так как задания нету, искать сейчас и тратить откаты и тому подобное, я, ребят, наверное, не буду, я воздержусь. Уже будем, когда уже задания будут, чтобы выполнять. И задания сразу же тратить, а то мы будем тратить наши телепорты. Как ты видишь, их и так уже мало, друзья мои. 91. Да, денег, как ты видишь, нету. Надо как-то уже немножечко себя прижимать в каких-то хотелках. Вот, и играть более-менее аккуратнее. Ну что ж, друзья мои, на этом, пожалуй, сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.